«Лучше бедность да честность, нежели прибыль да стыд». Эта пословица как нельзя лучше подходит коррупционерам. Очередного облеченного властью человека в погонах поймали за взятку в Мордовии сотрудники ФСБ и службы собственной безопасности в СИН. 44-летний подполковник Дмитрий Яковлев, занимающий должность заместителя начальника исправительной колонии номер 1, несмотря на присягу, сам приступил закон и может оказаться в одной камере с теми, кого он охранял. По данным следствия, в октябре 2019 года, после получения денежной суммы в размере 150 тысяч рублей, сотрудник исправительной колонии был задержан оперативными сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности по Республике Мордовия при содействии собственной безопасности УФСИН по региону. Операция по задержанию представителя администрации ИК проходила на трассе в Зубово-Полянском районе. Следователи выяснили, что деньги передавались за общее покровительство одного из заключенных колонии, осужденного за половые преступления, а также за доставку на территорию колонии запрещенных предметов – мобильных телефонов. Роль посредника, передававшего меченые купюры, сыграл оперативник госбезопасности. Как только деньги были в руках Яковлева, его взяли с поличным. Отрицать причастность не было смысла. На ладонях подполковника осталась видимая в ультрафиолете краска. В настоящее время судом по ходатайству следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ближайшее время Яковлеву будет предъявлено обвинение. Его также проверят на причастность к другим эпизодам. Как только у подполковника закончится отпуск, его уволят со службы УФСИН по отрицательным мотивам. Екатерина Чермянина, программа «Происшествия».